Друзья, всем привет. Сегодня 4 марта. Вот приходится буквально на коленках собирать всю логистику. Сейчас мы сняли склад примерно на 10 тысяч квадратных метров, но можем расширить до 50 тысяч. Как вы уже поняли, это направление сейчас будет у нас развиваться, и мы будем больше информировать вас. Также мы налаживаем процесс доставки товаров не только из Китая, но и из Европы. Вот, кстати, эти площадя. Склад у нас предоставляется на открытом на 24 часа в сутки, то есть в любой день недели можно им пользоваться. Также можно оказывать полный спектр по фулфилменту, перепаковка, погрузка на палеты, стрейч, пленка и так далее, маркировка. Вот. Также у нас предусмотрены специальные пандусы, вот сейчас покажу, для удобной погрузки контейнеров. Таких выходов у нас на пандусы 3, поэтому одновременно можно грузить 3 контейнера. Вот, оставайтесь, в общем, на связи.